Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моих четырех каналов, а именно Рутуб, Ютуб, Дзен и Нум, площадка от МТС. Перед началом данного видеоматериала я бы хотел привлечь, так скажем, ваше внимание к тому, что в моей замечательной группе ВКонтакте, как обычно, проходит замечательный конкурс на вот такой вот глочок из игры Counter-Strike 2, CS2, да, Glock 18, оружие, пистолет из Counter-Strike, скин Glock 18. Собственно, условия довольно-таки просты, народу участвует довольно-таки мало, у вас шансы выиграть очень большие, поэтому, если интересно, залетайте, участвуйте. Ссылка на группу ВКонтакте есть в описании под этим роликом. Всем желаю удачи и приятного просмотра. И в группе ВКонтакте у нас конкурсы проходят регулярно, часто. 99% случаев даю. Процент, так скажем. Все, еще раз пожелаю всем удачи. До скорых встреч. Приятного просмотра. Небольшая информация для тех, кто любит смотреть мои ролики. Допустим, сейчас у меня на канале вышел вот такой вот ролик про прохождение брата Outlast. Некоторые видео YouTube не пропускает. Поэтому все видео загружаются на мой Дзен канал. Здесь нет никакой там цензуры, никаких проблем с выкладыванием. Переходите на Дзен и смотрите, собственно, на нем. И также буду очень-очень сильно благодарен, если вы авторизуетесь на Дзене. Там довольно-таки просто это сделать, либо ВКонтакте, либо аккаунт Яндекса. Так вы поддержите мой канал втройне, в четверне, намного больше. Поэтому обязательно логиньтесь, заходите в аккаунт на Дзене и смотрите мои ролики. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В этом видеоролике я хочу сделать обзор на вот такие вот с виду непонятные китайские чипсы бренда Ямчип. Нигде не написано, если что, что это бренд Ямчип. Все на китайском языке абсолютно. Нету никаких маркировок. Покупал я эти чипсы в магазине. В магазине без названия. В прямом смысле этого слова, у магазина реально названия нету. 130 рублей стоит данная упаковка чипсов. И они, внимательно, с довольно-таки удивительным вкусом, а именно финики. Со вкусом фиников. Сейчас загуглим. Финики. Это... А, это фрукт такой, плод. Финик это фрукт, да? Короче, судя по всему, какой-то фрукт это. Я сам в жизни финики вообще не ем, не люблю. Как-то они мерзко вообще выглядят. Мне... Фу, просто не хочу и все. Смотрю на это все дело и неохота. Собственно, 90 грамм упаковка, как обычно. На бренд Ямчип у меня, если что, обзоры на канале есть. Если кому интересно, смотрите, заходите. Все обзоры, если что, сможете найти на моем Дзен-канале. Ссылка есть в описании под этим роликом. На мой Дзен-канал. Там ролики выходят намного быстрее, чем на Ютубе. Обязательно логиньтесь через ВК или Яндекс. Очень сильно меня так поддержите. И смотрите мои ролики там. Заранее спасибо. Так, ну, собственно, давайте открывать, давайте пробовать. Я надеюсь, они не мерзкие, вкусные. Ох ты, сука. Я надеюсь, они реально не мерзкие. Данные чипсы, если что, состоят не из картошки, делаются, а из ямса. Ямсо это такой вроде как овощ. Что-то типа картошки, только ямса. По запаху вроде нормально, пахнут. Фига себе, здорово попалось. Цвет у них какой-то такой, поникший как будто. Thank you.
Подожди-ка, а красные финики вообще существуют? Я так понимаю, существует, но называется по-другому. Унаби. Китайский финик унаби. Окей. Принципе, чипсы вкусные. Мне нравится. Не особо жесткие, хрустящие. Приправ достаточно. Все вкусно. Жесткости какой-то нету. Ощущение, как будто они в масле прям. Небольшой слой. Сладкий такой вкус у чипсов. Я финики сам никогда не кушал. Поэтому в плане фиников ничего сказать не могу. Но по поводу чипсов скажу следующее. Они очень похожи на какой-нибудь вкус такой, знаете, а-ля тайский перец такой приятный, вкусненький. Вот который... Вот у меня вроде недавно какой-то обзор был на ямчи. Какие там были? Сейчас не вспомню. Либо с томатом. Приятные такие прям чипсы. Вот такая розовая упаковка. Такая вот. Если кому интересно, превьюшка названия. Либо же черная упаковка, но в новом дизайне. Вот такая вот. С черным перцем. Стейк. Превьюшка названия. Вот такой вот. Я вот точно не помню. Какие-то приятные из них вот были. И вот что-то похожее на самом деле. Вот реально похоже. Каких-то вкусов там фиников здесь особо не чувствуется, просто приятный вкус соуса, так скажем. А-ля тайского соуса чили какого-нибудь. Приятного, не острого. Вот так. В принципе, прикольно, мне нравится. Хорошие, приятные чипсы такие. Оценочку я им ставлю однозначную 5 из 5. На этом, в принципе, все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч. Всем пока.